Добрый день, мои хорошие! Сегодня рубрика «А у нас во дворе». А во дворе осень, холодно. Я, честно говоря, осень не люблю. Я люблю весну. Но красиво. Посмотрите, как красиво. Вот листья нападали с кленов. Один клен у нас вот такой. Не знаю, какой он породы, но он почему-то маленький. Сажали их вместе вот с этими. И на нем листвы уже нет. А это, смотрите, какие стоят красавицы. И цвет какой у них. Вы посмотрите. Красота неописуемая. Такие цвета. Я не знаю, передаст ли эта камера. Глазами видно очень красивые цвета. Тут еще и зеленые осталось, и желтые, и вот эти пурпурные. Пурпурные. Очень красиво. Вот это прям особенно верхняя. Красота. Кустики тоже уже мои пожелтели. Ну, красиво, красиво. Ветер вот сюда лист принес, как видите. У нас тут... Очень красиво, но холодно. Хотелось бы, конечно, тепла еще. Бабье лето мы не увидели, но зато лето было жаркое. Под 40 подходило. 40 градусов у нас. Да. Вот такая красотища. Я решила вам показать эту красоту. Здорово, да? Вот, смотрите, какие листья красивые. Вот здесь. Не знаю, может быть, камера и не покажет именно те цвета, которые вот именно на этом дереве. Ну, здорово, здорово смотрится. Но лист потихонечку, вот, особенно вот эта сторона, которая к югу была ближе, вернее, повернута на юг, вот эта сторона клена почему-то раньше скинула лист. Ну, вот сирень вообще уже облезлая стала. Она тоже летом подгорела от солнца. Вот такая некрасивая стала. Ну что ж, мои хорошие, показала я вам клены свои красивые. Всем доброго здоровья, не болейте. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем доброго здоровья. Пока-пока.